Это сейчас наши болельщики. И вот они идут. Идут как раз своей, пусть небольшой толпой, идут на англичан, но они в свою очередь. Они, в свою очередь, спасаются бегством. А вот смотрите, вот они. Ники, я вас исключаю. Нет, блядь. Не, ребята, меня не принимают. Происходит, фанаты сборной Англии буквально спасаются бегством, хотя их намного, намного больше. Вы могли видеть это в предыдущей нашей трансляции, сколько человек было здесь, на площади, как они противостояли службам правопорядка. А вот посмотрите, сейчас из угла выбежали наши болельщики. Можете видеть их на экранах. Это наши фанаты, которые, собственно, ставят на защиту обычных местных жителей, которые попали в поддержание. Здесь, в Марселе, сегодня состоится первая игра сборной России на групповом этапе чемпионата Европы по футболу. Сборная России встретится со сборной Англии, болельщики которой сегодня вот так вот бурно себя ведут здесь, в центре Марселя. Guys, this woman is watching. Fight with Marcel guys.